Иногда наша мама прячет от нас яйца. Точнее, всегда. Приходит пасхальный кролик, и он кладет их... А мне подарили зайца. Раз в год пасхальный кролик приходит ко всем в каждый дом и прячет все яички, а потом она перепрячивает. Кролик он! Нет, это ведь девочка. Но это же мальчик! Девочка. Мальчик. Девочка. Мальчик, 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 мальчик. Девочка. Привет.